Томат Джин ВФ – высокоурожайный сорт. Период от всходов до созревания плодов 95-105 дней. Куст низкорослый, высотой 30-60 см. Плоды красного цвета, округлые, гладкие, мясистые, вкусные, массой 150-300 грамм. Сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к засухе. Выращивается в открытом грунте и пленочных укрытиях. Плоды используют для употребления в свежем виде и переработки.